Со 2 по 4 сентября в Красногорске Министерство информационных и социальных коммуникаций области и Всероссийский цех креативных индустрий проведут масштабный молодежный конкурс «Город А». В заключительном этапе примет участие молодежь со всей России и стран СНГ. Команда-победитель получит денежный приз – 300 тысяч рублей. «Город А» – уникальный прикладной проект, направленный на развитие креативной экономики через объединение творческого потенциала регионов и создание новых художественных продуктов и единиц.